В рамках предстоящей 17-й международной научно-практической конференции «Россия, Корея. Настоящее и будущее российского краеведения» в лице имени Лобачевского Казанского университета приехал атташе посольства Республики Корея Юн Йен. Все подробности встречи в следующем сюжете. На встрече с директором лицея Еленой Скобельциной гости из Кореи обсудили введение изучения корейского языка в качестве второго иностранного языка. Уже который год наши лицеисты, но в рамках дополнительного образования, изучают корейский язык. Вопрос о том, можно ли изучать корейский язык как второй иностранный, решается. И вот вышли федеральные государственные образовательные стандарты общего образования с поправками, свежие. Как только учебники будут одобрены Министерством просвещения Российской Федерации, будут рекомендованы к использованию в образовательном процессе, среди лицеистов обязательно найдутся желающие изучать корейский язык как второй. И будет новый виток этого проекта, говорит Елена Скобельцина. Инжамини Баева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.